приходом холодов рацион меняется, в нем становится меньше овощей, фруктов, салатов, но увеличивается количество жирного, жареного и печеного. Потребление вредных продуктов, по мнению диетологов, возрастает с уменьшением солнечного света, из-за его отсутствия ухудшается настроение. Авиакомпания «Ямал» разрешила брать на борт воздушного судна больше вещей. Теперь вес ручной клади в эконом-классе увеличен до 10 килограммов. Раньше столько личных вещей в салон самолета могли пронести только пассажиры бизнес-класса. Эксперты посчитали и пришли к выводу, что российские школьники слишком много времени проводят за учебниками. Это негативно сказывается на здоровье учащихся. Существуют санпины, которые четко регламентируют количество уроков, объем внеурочных занятий и домашней работы. Но они не везде соблюдаются.